Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Hitman 3. Так, сюжет первый. Но миссия-то у нас последняя. И называется эта миссия Транспозиция органов. Вот такая вот у нас. Давайте начнем нашу миссию. Доброе утро, 47-й. Совет директоров одобрил ликвидацию Эриха Содерса. После Колорадо мы решили пристально изучить личные дела Содерса и выяснили, что его недавно доставили в частную клинику на японском острове Хоккайдо для срочной операции на сердце. Без провиденс тут явно не обошлось. Содерс старается от редкой врожденной патологии трансплантации органов. Все внутренние органы в его теле расположены неправильно. Для трансплантации ему необходимо правостороннее. И он явно предал МКА, чтобы получить его. Его приняли прошлой ночью, и сейчас он готовится к трехэтапной операции. Под видом Тбилиса, крупного бизнесмена, ты отправишься в Гамму. Для стандартного медицинского обследования о формальностях и тому подобное позаботишься. Так, и самостоятельно добыть снаряжение. Кроме того, тебе нужно ликвидировать Яки Ямадзаки. Она адвокат из Токио, работает в чем-то там. Содерс уже передал Ямадзаки доступ к нашим данным и согласился предоставить полный список оперативных сотрудников МК после завершения операции. Этого допустить никак нельзя, а мы и не допустим. Сердце должно заплатить так. Это послужит хорошим уроком, его напоминанием на кону будущей репутации МК. Короче, заплатить они должны. Какой бы властью и могуществом не обладала Providence, захреначь их! Готовься к операции. Ну я готов. Что у меня там? Так, у меня что? Скрытое оружие нет, экипировка нет, предметы в тайнике. А что, в туалете, в гараже, горная тропа. А все закрыто, а что, она такая недоступна в автономном режиме? А да и хрен на вас. Мне и не надо. Я и так в прошлой миссии наманьячил. Думаете, я здесь останавливаюсь? Хрен там, я сейчас всех под корень изведу. Да. Мне же главное достичь цели. А какими путями? Это уже дело десятое. Добро пожаловать на Хоккайдо, 47-й. Частная клиника Гамма оказывает медицинские услуги высочайшего уровня. Предоставим мировой элиты выходить необходимо. Так, зачастую здание находится под управлением искусственного интеллекта Кай. Система контролирует доступ пациентов в различные части клиники и даже принимает участие в ряде медицинских процедур. Эрих Содерс уже находится в операционной, где он проходит предоперационную подготовку с применением стволовых клеток. Это крайне противоречивая процедура и еще не одобрена властями Японии. Юки Ямадзаки уже прибыла. Она находится либо в своем номере, либо в ресторане, либо в по зоне клиники. Содерс скоро вводят наркоз. Сделай так, чтобы он больше никогда не проснулся. Удачи, 47-й. Ну, давай. Так, мы встали. Так, чтоб нам эту больше не слушать, сохраним. Посмотрим, что у нас есть. Давай-ка. Осматриваем. Это устройство обеспечит нам доступ. Так. Это не дверь. Что тут еще у меня есть? Это шкаф. Так, понял. Так, это что-то взломать можно тут. Замаскироваться. Под кого? Опа. Так, первое у меня есть. Кто-то мне должен прийти и помочь, или я должен обратиться к кому-то? Так, ты мне не поможешь, да?
Ой, первый-то как далеко находится, второго тоже практически не видно. Ну ничего. Так. Что-то взломать, да? Ой, нет, давайте-ка я пока в свой номер, я же... Это куда? Это я не могу, да, войти? Это я пока не могу войти. Горная тропа, господи. Ничего, что я в халатике тут бегаю. Где тут мой дом? Хрен пойми. Так. Вот здесь вот что-то взять. Смотрим, это чего? Так, F1. Открытая медкарта Тобис Анритак. Пациент находится в прекрасной физической форме. Анализ крови не выявил никаких врожденных или приобретенных заболеваний. Биомакарды указывают на отличное состояние здоровья. Так. Так, это мне куда-то уйти надо будет, да, потом, на случай чего убегать или... Да, я так думаю. Ну, пойдем. Что, странно выгляжу? Ничего страшного. Потерпите. Пока, блин, а так у меня руки не замерзли. Холодно же. Так, и вот я добрался. Залазим. Так. Вот это я возьму. Что это? Читаем. Давайте посмотрим. Так. Открытая карта Адамс Декстер. Принят в гамму, внесен в список ожидания. Он записан на операцию по пересадке легкого, которая будет проведена, как только появится подходящий донор. В данный момент никаких сложностей не наблюдается, и старший хирург уверен в полном выздоровлении пациентки. Пациента. Я не понял, а что с кроватью-то? А, лечь. Притвориться им. Это что? А что я взял-то? Бюст ковбоя, ножницы, камера. Так, ну это шкаф, прятаться. Давайте посмотрим, что здесь. Давайте сохранимся. Так, я даже не знаю, что тут еще можно напакостить. Это ко мне идет. О. Давай, куда ты пойдешь? Ну-ка, давай-ка. Переоделся. Пойдем, пойдем. Тебя вообще не должно здесь быть. И пока-пока. Так, я даже не знаю, что надо сделать здесь сейчас. Давайте сохраню. Ну,
Запросим помощи. А что надо сделать-то? Блин, давай. Так, повезло. Здорово, вы меня напугали, но вы, кажется, дышите. Ну вот. Можете идти. Спасибо. Так, ладно, он ее отправляет. Давайте-ка проверим. Кажется, тут все в порядке. Хотя вот это мне не нравится. Надо поговорить с врачом. Так. Давай-ка. Пойдем. Господи, вот это и люкс. Вот это я понимаю. Так, надо еще будет бабу вызвать. Чтобы это ее тоже вырубить. Извини, доктор. Не там лечишься. Ой, не там работаешь. Давай-ка еще разок вызовем. Все, никто не придет. Подожди-ка, а я ключ здесь какой-нибудь забрал. Так. Это я куда попал? Это я куда-то попал, короче, куда не мог попасть до этого, я так понимаю. Ага, спрятаться, не надо прятаться. Тут. Так. Как бы мне туда? Не понимаю маленько, это мне бы хоть план какой-нибудь. Ну-ка, вообще план есть? План есть. Так, я на нулевом уровне. Тут, ага, вот он. Так, это я куда попадаю? Как здесь все, смотрите, как хорошо тут все. Ух ты, ух ты. Так, вот здесь вот я сохраню. Давай. Опа. Вот сюда тебя. Больше некуда пока. Давай, ты тоже туда, я тебя тоже туда положу. Вот так. Вот сюда. Давай, 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 давай. Переодеваемся. И прячем тебя.
Вам повезло. Так, я обратно пока в доктора. А, пистолет, подождите, под пистолет. Мало ли. Кто здесь, никого нет? Ладно. А, подожди, тут сюда же баба должна в спа, да, приходить? Или это тоже спа? Но она куда-то идет же. Что там, уже кто-то опять пришел? Где лестница? Здравствуйте. Терри, это Джон. Мне нужна твоя помощь, приятель. Я пробовал позу бога Шивы, о которой мы говорили, и возникла проблема. Утром все было в порядке, в полном сосредоточении и спокойствии. Давай, что тут? Попросил меня заниматься так юристом из Якудзы, который сейчас у нас. Вот. Ведь не повезло. Карма плохая. Даже не знаю, как это вышло. Вроде все шло как надо, а затем что-то там потянул. Да нет же. Там. Теперь я еле хожу, и это Ямадзаки все крутится у зала для занятия йогой. Директор все утро названивает, только успеваю звонки сбрасывать. Короче, мне нужна услуга. Звони в больницу, скажи, что ты мой брат. И выдумай что-нибудь про несчастный случай у нас дома, чтобы меня вызвали. Почему нет? Мама ничего не узнает, Терри, я в курсе, что тебе всего 12. Нет, не зови маму, Терри, черт. Так, посмотрим. Судя по всему, местный инструктор по йоге получил травму, пытаясь принять особенно сложную позу. Сейчас он находится в клинике, хромает и не может давать уроки. Hi, mom. Hi. Hello, mother. Понятно. No. Everything's fine here. Just chatting. Так, это что у нас здесь? Так. Так. Holy shit. Hey. Help. Somebody help me. Так, ты что, куда-то убежал? Подождите, стоп. Давай, зайди. Не поворачивайся только. Блин, да и ты туда же. У вас что тут? Собрание что ли какое-то? Хрен зайдешь в раздевалку. Так. Мне надо как-то на второй этаж, да, значит, пробраться. Я даже не знаю, что мне еще-то надо тут. Да и хрен на тебя уже. Так, я пришел туда, откуда начал. Хорошо. Зато крался так. Привет. Так, где лестница?
Так. Никого нету. О. Лестница на второй этаж. Ну, у нас. Так, сюжетное задание. А где тут карта? Не понял. Сюжетное задание. В поисках острых ощущений. Горячий источник. Расписание занятий по йоге, имя, так, в каждой графе. Призрак в машине. Смена внешности. Ага. Короче, я должен был другим, да, еще прикинуться. Здравствуй, док. Здравствуйте. Да я не пошел, не пошел. Не расстраивайся ты так. Почему запретная зона? Ты что, пожрать нельзя? А где баба-то эта? Подождите, я не вижу ее. Вон там кто-то валяется. Ой. Ты куда спустилась-то? Hope the research goes well, sir. Да, здравствуй, здравствуй. Вот она. Ладно, надо ее только не упустить теперь. Так, чё? Нельзя, да? Хорошо. Пройдем через соседнюю дверь. Кто у нас здесь? Я даже не знаю, что это такое. Ну-ка, давай берем. Так. И что это такое? Открытая медкарта, так, пациент. А вот она, сменная личность. Портно принят для запланированной операции по реконструкции лица. Операция прошла успешно, темп исследований так нормальный. Вот он. Значит, за определенное время надо было. Так, хорошо. Сделаем вот так. Пока меня никто не видит. Я проберусь, я доберусь до тебя. Сохранить, блин, мне... Чтобы не ползать 10 раз. Да. Блин, подожди. А, загрузка. Да. Сейчас я сделаю тогда вот так вот. Мне, ну, надо, надо, надо. Что надо? Ножницы. Хрен там. Вот, вот это возьму. Так. И избавляемся от трупа. Так. Избавляемся. Что?
Что еще тут есть? На всякий случай портим. Так. Будем маньячить, маньячить. She got out of the clan business. Things got hairy around that whole trial of the century thing, remember? Oh, sure. Так. The work was dirty from time to time, but this new approach with consultants. Что у нас здесь имеется? Well, I prefer light to heavy, especially if heavy involves dissolving witnesses in acid baths before noon. Oof, doesn't do it for me anymore. That was an interesting afternoon, yeah. Тебя тут спрятать некуда, да? Так. Давай-ка я тебя вот сюда вот. Так, теперь ты. Так, тебе-то. Ну, вот этим и достанется. На. Ты бери его. Пойдем. Так, она вроде как назад возвращается. И давай, adios, amigos. Так. Идем сюда. Платье у нее. Блин, вот чем занимаюсь, да? Трупы выношу. Вот кто бы мог подумать. Ладно, сейчас еще отвлекающий маневр сделаем. Если кто-то еще придет, то опять его там в туалете и задушим. Ох. Корм для животных. Смотрите, как упали, да? Тот лежит там. А, тут нет тут больше никого же. Релакс. Ну давайте, она вон уже к нам идет. Вы думали, что я как это инструктор по йоге буду? Нет. Блин, я уже запутался маленько. Подождите, подождите. Ой. Так. Она не одна ходит. Будем что делать? Ну ты-то в туалет за ней не пойдешь же? Давай. Так.
А я отсюда могу выйти? Так. Вот сюда тебя. Так, надо монетку, да, бросить? Отвлекающий маневр. Нифига. Хоп. Эй, хоп. Вот такой дебил. Так, трупы мне сейчас убирать некогда. Переодеваемся обратно в доктора. Потому что новых докторов я убивать уже не хочу. Ну как, может быть, и хотелось бы этого Пилюлькина, но зачем? Как вошли, так и вышли. Все. Эти там лежат, эти там лежат. Идиллия. Вот в прошлой части-то я, ладно, показал еще, как все это выглядит. Где что взять можно. Хоть и долго, конечно, да. Но зато вы там можете использовать свою фантазию на полную катушку. Извращаться, как только вам захочется. Ну так, бежим. К своему второму там этому. Только его, блин, найти надо как-то. Вот как к нему туда пройти? Science is the poetry of reality. Так. Excuse me, I have to search you. Досмотр запрещен. Ага. Подожди минутку. Так я другим путем пойду. Мне вот как-то надо пересечь же это все дело. Тихо. Ой. А, ну вот, все правильно, я иду, значит. Hello, doctor. Sorry, так. Doctor, you'll need to find another way through here. I can't grant you access. Че, надо это досмотр, что ли, или что? Я не понимаю. Ладно. Раз вы меня не пускаете. А вы тут что делаете? Так, надо испортить оборудование, да? Подожди. That's enough. I've had it up to here. Да хорошо, хорошо. Ага, блин. Ладно. Вот оно. Будем опять извлекать. Так, сюда нам нельзя. Там я даже не знаю, что. Тут. He volunteered himself. Hi, doc. Wow, that's dedication. The curator's as bipolar as they come. Hey, doc. You can't come this. Куратор старая, так они бы решили играть по правилам, ушли бы годы на то. А как я могу взломать, ага? А вот. Пойдем. Я очень рад, что я тебя увидел. 47. I have intel regarding the pilot. У меня есть сведения о пилоте. Ой. А я как-то выбросил тело неловко, что ли, или что?
найдено тело. Да и пусть. Мне отвертки нету. Подождите, отвертка должна быть где-то у пилота, может быть. Только что где-то кто-то что-то тут копался, нет? А так, активировано, отвлекаю сейчас. Ох ты, тут вниз можно еще спуститься. Так. Пойдем, пойдем. Так. Что? Ты что-то слышал? Блин, аж я ж голову вывернул, чтобы посмотреть. Ну, гаечный ключ. Что у меня есть? А где у меня шило-то? Почему я не могу его? Так, листовка клиники Гамма. Листовка, рассказывающая о том, что можно предложить клиника Гамма всех пациентов. Да бейте его! Что-то могу сделать? Давай-ка. Не то. Выкинем тебя за борт. Итак, у нас уже одежды хватает. Как мне тебя, козла-то? Конечно, ломом. Где шило? Так, кто-то моется, что ли? Так, а ты кто? Так, и в чё я могу переодеться? Понятно. Ну-ка, давай-ка я тебя вот сюда спрячу к тараканам. Так, туда простые эти не могут зайти. А пилот что может сделать? Так, это я сделал. Где там китайцы, азиат или кто он там? Так, я что-то должен сделать, да? Или как я должен на вертолете улететь? Когда пилотом буду или что? Нейлс, мне нужна еще одна таблетка. Эффект слабеет. Сейчас я тебе дам, подожди.
I'll show you where my stash is. Ладно, я понял. Ты не посыльный. Показывай дорогу. О, вот сейчас вот я тебе покажу. Так. С ним мы станем настоящими богами. Пойдем. Так. Пойдем со мной сам сюда. Вот сюда иди. Так, а что мне? А, сейчас все будет. На. Опа. Все, избавились до того, как кто-то пришел. Тихо, а мы сюда уйдем. Че, съели? Блин. Ладно. Всех. Подожди. Блин, все из-за тебя, блин. Давай, иди сюда. Ну пойдем. I'll show you where my stash is. Hey, I get it. Sir, I'm sorry. This is a restricted area. Пойдем. Вот сюда пойдем. Ну пошли, иди сюда. Что ты тут трудный-то? Так, ну-ка, давай-ка. Вот здесь вот сохраним. Попробуем от трупа избавиться. Ой, да ладно. Так. We have a situation here, folks. Just let the probe. Не важно. Так. Сохрани. Take care, doctor.
Да. Я доктор. Что тут можно сделать? Давай-ка. Все, загрузим. И теперь давай извлечь. Что-то я не понимаю, что-то не так сделал. Я что, его обескровить должен? Так, надо что-то где-то сломать. Это что? Осмотреть. Закрытая медкарта Эрих. Так. Наблюдается состояние, известное как транспорт органов. Нашу карту, доктор, пришлось постараться, чтобы найти подходящее сердце. That is Eric Soders, former training director at the ICA. Regrettable. Так. Где-то тут-то. Где-то здесь. Что-то должно быть. Ой-ой-ой, что-то вас много тут. Итак. Мы вокруг него ходим, но не можем, да, его никак завалить. Hello, doctor. Так. Warning. Life support terminated. Evening, doc. Charging defibrillator. Ready. 3, 2, 1. Clear. Kai, we're losing. Timely intervention, Kai. Good job. Mr. Soda. Так, его спасли, да? Situation under control. Reactivating life support. What? Hey, is everything okay? Так, ты туда идешь? Давай. Что еще тут можно сделать? Ой. Так, что получилось? Получилось то, что вы спасли его, да, в самый неподходящий момент. How are you, doctor?
Давай-ка еще разок. Так, как его умертвить-то? Заряжен дефибриллятор. А, вон туда надо мне пробежать быстренько. Так. Блин, он предохраняется везде. Так. Пополнить. Так. Даже не знаю. Давайте вот так тогда. Так. Resuscitation procedure. Charging defibrillator. Activate emergency revival protocol. Ready. Sorry, but I don't know you. Three. What are you up to? Two. А, ну пойдем сюда, я тебе кое-что покажу. That's a... enough. No, no. Come on, you copy? I heard someone getting beat up. Спокойно. Это не я. Come on, you read. Hey, so you're the curator's research aide, right? Let me guess. You want to know about the medical crime. So it is. The guy had a mood-altering neurochip implanted in his brain. So how? Так, ты что, сюда спускаешься? Зачем? I'm following the trial closely, and with a little luck, it'll be the basis for my doctorate. All I can say is, блин, как вы меня мучаете-то? Кто тут? Так. Что творится-то тут? Подожди. No, this seems pretty easy. If this goes to this, that goes. Давай. Не. Huh?
Ну нет у вас больше доктора, что теперь? Так. Опять начинается резня у меня тут. Нет, нет, нет. А как мне тебя отключить? Блин, нифига. Как мне отключить дефибриллятор этот? Где ток? Пополнить стволовые клетки. Так, смертельным раствором. А где нам взять смертельный этот раствор? Короче, надо где-то яд какой-то достать. Так, это что тут лежит? Отвертка, наконец-то. Ты что там голый-то ходишь? Так. Что у нас здесь? Да, какой-то я маньяк в этом плане. У вас нету яда? It's me. Are the final details in place? That is the right-sided donor heart destined for Sodas. This is what he sold out the ICA for. This is one easy bit. Так. Hey, who are you? I'm not sure I know you. А, да в легкую. There will be no... Блин, нет. Подожди. Загрузить. Вот тебя мы и загрузим. Сейчас надо... выбрать. It's me. Are the final details in place? Oh, well, he was very handsomely rewarded. Так. Not that he fully understood the rarity. А, мне не откроют. Oh, that goes without saying. I do still wish we'd be able to put it into someone. No. No.
Так. Стоять. На. Так. Берем. Вот и все. Elegant solution, 47. With sodas on the operating table and no hope of getting a second right-sided heart in time, you have effectively killed him without laying a hand on him. This should be a clear message to anyone considering following in his footsteps. Да. That's both targets done. Уничтожаем улики. We're done here. Давайте заберем все-таки наш инструмент. Ну и все. Не будем маяться всякими отравами и ядами там. Вау, у меня снегоход есть. Ну что ж, кажется, он подтянул. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, играйте в Хитмана, выкручивайте варианты ваши. Разнообразия много. Поэтому все в ваших руках. Как вы пройдете данный этап, скрытно, не скрытно, поманьячите или как, это уже будет ваше приключение. Мисс Брэнвуд, это не то, что написано на моем билете. Или чем? Мы получили ваше сообщение четко и ясно. Вы не могли просто отправить беднягу в отставку. Ага, как заговорил. Я не расслышала ваше имя. Нет, не расслышали. Ответного удара не будет. Ни за Садареса, ни за остальные неудачи. Ух ты, еще мне комплимент делают. Кто-то вмешивается в наши дела. Убивает наших агентов и выставляет МКА на смех. На смех. Мне кажется, вы близко подобрались к нему. Гораздо ближе, чем мы. Поэтому мы нанимаем вас, чтобы устранить его. Едва ли. Не испытывайте наше терпение, мисс Брэнвуд. Вы не представляете себе, с кем имеете дело. Вы шпионите за нами, подкупаете наших людей, и у вас хватает наглости требовать нашей помощи? Нет, я вам не доверяю. Даже если так, мы здесь уже очень давно. И мы могли бы помочь друг другу. Чем ты можешь мне помочь? Ну давай. Сначала предъяви хотя бы что-нибудь. Дай. 20 лет назад. Ух ты, как далеко залезет. Наше агентство приняло молодого человека без прошлого, но с выдающимися способностями. Продолжай. В его собственной стране манера вы ему не безразличны, а он вам. И с тех самых пор вы непрерывно задаете вопросом, откуда он? Кто сделал его тем, кто он сейчас? Это был доктор, какой-то извращенный эксперимент. Но его уже нет. Ну, если вы считаете, что все вопросы умерли вместе с ним, нам не о чем больше говорить. А если нет, как я уже сказал, мы могли бы помочь друг другу. Так, он что-то протянул, ну-ка посмотри на стол, что там? Всем интересно. Интрига. Фотография, письмо. Значит, партнеры. Не унывайте, мисс Брэнвуд. Мы меньшее зло. Но зло. Этот террорист, он стремится только к хаосу. Он террорист только в том случае, если его принуждают. Мисс Брэнвуд, мы выиграли уже очень давно. Вот это
Какая-то хрень. Это все хрень. Мы выиграли давно. Когда? 300 лет тому назад. Ну, покажи нам. Лысая башка, дай пирожка. Ну что ж, хоть одна фотография из детства. И на том спасибо. Хитман. Че, все что ли? Ну, видимо, на этом пока да. Что ж, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки. Ну и не забывайте ваши комментарии оставлять. Пока!